В Швеции суд вынес решение об аресте Рахмана Акилова, которого подозревают в организации совершения терактов в Стокгольме. Ранее 39-летний уроженец Узбекистана признал вину и заявил, что не жалеет о случившемся. По словам адвоката, Акилов готов сесть за решетку. Напомню, в минувшую пятницу в центре шведской столицы грузовик врезался в толпу на пешеходной улице. 4 человека погибли, 15 получили ранения, и до сих пор не ясно, были ли у Акилова сообщники. Человек, который сейчас сидит в зале суда, был в кабине автомобиля. Данные о нем могут меняться, но именно он был за рулем. Мы с моими коллегами сделаем все возможное, чтобы выявить всех виновных и привлечь их к ответственности.